Здравствуйте. Мы идем по Приморскому бульвару, просто уже в другую сторону. Всем здравствуйте. Сегодня 9 октября 2023 год. Одесса, понедельник. Видео снято 7 октября. Сейчас, вот видите, здесь убирают. В ту сторону снимать нельзя. Сейчас мы покажем с этой стороны дюка. Вот он так закрыт. Ну и здесь тоже идут люди, гуляют. С той стороны всегда больше было людей. Но сейчас здесь тоже есть много людей. Вот разрушенные дома от взрывной волны. Можно выйти туда ближе, сейчас мы покажем. Парки закрыты, турецкие, греческие. Да. Получается, это чья-то контора, но так как был бульвар закрытый, и контора была закрыта. Это вот сейчас начнут закрывать, стеклить. Ну да. Здесь здания, это все дворцы. Красивейшие здания. Это тоже вот пострадало, посмотри как. Угу. Надо было идти, наверное, по той и не заходить сюда, так и идти там. Вот остановлюсь, покажу. Сильно пострадало. Закрывали как могли, вон, видишь, поставили с той стороны, что могли, двери, что могли, поставили. В общем... каштаны падают. Я смотрю, люди мимо Воронцовского идут на эту колоннаду. Ну сейчас посмотрим, но там по идее все должно быть закрыто, но сейчас посмотрим. Сейчас вот здесь закрыто. Закрыто, да? Может, ну правильно, да, да, да. Да, вот нам женщина сказала, что закрыто. Воронцовская колоннада, Воронцовский дворец. Вчера в Одессе 8 октября днем был небольшой дождь, но сильный ветер поднялся к вечеру, и было одно падение дерева, разбило машину на одной из улиц Одессы. Что вы знаете? Вокруг можно пройти? Пройти можно, а снимать нельзя. Так что, пойдем? Нет, идем снимать потом в следующий раз. Сегодня в Одессе очень сильно похолодало. С утра было плюс 5. Сейчас днем плюс 11. И стало очень некомфортно. Да, также мы здесь не были очень давно. Сегодняшнего дня пошел 10-й троллейбус. Он теперь будет опять ходить по своему маршруту, как обычно. Конечно, здесь современная брусчатка. Еще не обкаталась. Когда-то мы здесь часто ходили, заходили во дворы. Но сейчас мы просто пройдем. Просто так пройдем молча. Это вот дом знаменитый одесский дом. Сейчас это надо с определенного угла снимать. Ой, чтобы вы увидели.
здесь дальше тоже было кафе очень хорошее, маленькое, такое уютное. Там всегда было мало людей, но мы его знали. Там был очень вкусный кофе. Мы туда заходили, я всегда просила давать мне не в пластиковом стаканчике, а фаянсовые чашечки. Мне давали фаянсовые чашечки с блюдцем. И мы садились. Столики были не только внутри, но и на улице. Естественно, он закрыт, потому что столько полтора года. Это большой срок. Да. Виктор Семенович Фельдман жил в этом доме, библиограф и краевед. 1915-2008 годы. 93 года прожил. Да, дай бог каждому. Да. Вот это кафе. Нет. Что нет? По-моему, дальше. Было здесь-то, уже нету ничего. Ну, будет, я думаю, они вернутся со временем. Да, да, вот эта дверь, да. Вот здесь вот такие шикарные ворота. Да, ворота современные. Да, ворота современные, понятно. Но красиво. Да, и здесь отель, который выходит на Екатерининскую. Ой, мы не говорим название. Возвращаются экскурсии на Екатерининскую. Дай покажу, чтоб видели, в честь кого названа Екатерининская. Улица и площадь названа в честь храма святой великомученицы Екатерины Александровской, заложенной... Александрийской. Александрийской. Заложена при основании города Одессы. Улица и площадь. Будьте нам здоровы, берегите себя, берегите всех своих близких. Пускай у всех наступит завтра. Кто-то Макс Авельевич Кюс, военный дирижер, педагог, композитор, автор знаменитого вальса «Амурские волны» и многих других музыкальных произведений. Погиб в 1942 году Одесса. В городе Одессе. Угу. Спасибо, что ты поправил меня.